Всем привет! Иногда хочется попробовать что-нибудь такое необычное, оригинальное, возможно, что-то с другой кухни, но другое. С вами Андрей, вы на канале «Готовим дома сами с усами», и сегодня мы будем жарить панировки. Блин, молодец какой. Лёвочка, иди сюда! Иди сюда, если ты так хочешь, маленький мой! И сегодня мы будем жарить, Лёва, баклажаны. Погнали! Чистим баклажанчики. Нарезаем. Испортил. Так не надо, надо не до конца. Оп. И вот таким. На кого похоже? На чмеля. Чмеля? Так. На пчелку. Ну что, попробуем вот это аккуратнее сделать. На муху похоже. Ну. Далее берем литра 3-4 воды. Ну, мы налили, чтобы баклажаны погрузились. 2 ложечки соли. Перемешиваем. И дальше нам надо убрать лишнюю горсть баклажанов. Для этого их замачиваем в соленой воде на 26 минут. Ну, красивая же цифра 26. Кто-то может на 27. Дальше требуется убрать лишнюю влагу из баклажан. Берем салфетки и аккуратненько промакиваем. Вбиваем пару яиц. Возьмем лучше, наверное, 3. Штучки. Перчик черный. Соли немножко. И все это дело хорошенечко перемешиваем. Можно, конечно, в сковородке, но мы хотим попробовать это сделать в кастрюле. Наливаем масло и ставим нагреваться его. Сухари панировочные высыпаем в миску. Опускаем яйцо и сверху поливаем, чтобы баклажаны пропитались яйцом. Панировочку и также панировочными сухарями посыпаем со всех сторон аккуратненько, и снаружи, и снутри. Так, ну нагревать до кипения мы немножко боимся, поэтому ух ты. Ну что, пожарили на более сильном огне, также 11 минут. Пожарили, я даже не знаю, сварили аккуратненько. И перекладываем. Вот такие вот у нас красавцы будут. Ну и что были остатки, которые отпали, мы их тоже достаем и выкладываем. Вот такое вот произведение искусства у нас получилось. Кто не ест мясо, а любит овощи, то это очень хорошая замена. Да, малыш? Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока! Чао!
мур-мур, скажи. Мур-мур-мур. Давайте, может, тапки. Все.